Откройте, пожалуйста, но мы вас умоляем, ну, небольшая всего лишь помощь нужна, ну, вот такая маленькая, ну, пожалуйста, ну, открой, ну, мы знаем то, что вы дома, мы видели, как вы в окне ходили до того, как мы пришли, ну, вы же где-то вот там, ну, мы вас умоляем просто, Шурик, стучи в дверь эту! Ну откройте, пожалуйста, ну, я хочу просто договориться, одно небольшое одолжение, маленькое такое, пожалуйста, ну мы же знаем, что вы где-то там дома ходите. О, добрый день. О, а меня-то за что? Шурик! Куда вы стратосферу Шурика запускаете? Шурик, куда? Одна минута. Всего лишь одна минута, чтобы с вами поговорить. Шурик, она какая-то вообще прям неприветливая. Я тебе говорю, что ты зря в нее влюбился. Мне кажется, под каблучником станешь. Ну откройте, ну ради святых вот этих, я не знаю, магических куриных яиц. Я не знаю ради чего, ну пожалуйста. Выбивай ей дверь к чертовой бабушке, Шурик. Если не откроешь дверь, Шурик тебе сейчас насрет под нее. Да, Шурик? Шурик сказал да. О, Шурик, снимай штаны, снимай, я отойду. Давай, Шурик, давай. Да, ой, не откройте дверь, сейчас там куча появится. Ой, давай, Шурик, я не смотрю, Шурик, я не смотрю. Ой, Шурик, вставай. Шурик, она спалила, походу. 60 секунд, одна минута, всего лишь. Я расскажу, в чем проблема, пожалуйста. 60 секунд пошли. Короче, в предыдущей серии слайм меня обманул. У меня в предыдущей серии со слаймом было сражение. Вот это, в этом бойцовском клубе подпольном. И потом, после того, как серия закончилась, подписчики начали скидывать мне скриншоты, где у меня со слаймом в одну секунду сработал тотем бессмертия. Кстати, вот, сам посмотри, если не веришь. Сюда, подойди! Нет, нет! А, здесь нельзя вот так драться! Стоп! То есть ни я не победил, ни он не победил. У нас ничья, но он-то забрал мои бабки. Я хочу у него взять честный реванш, повысить ставки и содрать с него все бабки, которые только у него есть. Но проблема в том, что даже вот с этим заклинанием Дебикулус Идиотикус, которому меня Шурик научил в предыдущей серии, я вот прям очень сильно сомневаюсь, что смогу вздрючить слайма. И тем более у меня уже палочка почти сломалась. А вы как опытный маг, ну, можете меня хотя бы чему-то научить? Вот просите все, что угодно. Я выполню любое ваше требование. Пожалуйста, научите хотя бы чему-то. У меня нет времени. Так, Шурик. Чё бы придумать? Подожди. А, так, мы же в предыдущей серии увидели то, что она переезжает. Она же все свои шмотки до сих пор еще не выгрузила. Но учитывая, да, то, что она как бы хрупенькая вот эта девушка, вряд ли она сможет затащить вот эти книжные полки. Кстати, давай тогда так. Откройте! Ладно, сам открою. А тут, короче, услуга за услугу. Мы сейчас вам помогаем переехать. Я вижу то, что у вас там шмотки еще на улице. Мы помогаем вам переехать, а вы меня учите заклинанию. Хорошо? Хорошо. Так, Шурик, давай, Шурик. Тащи всю вот эту мебель. Тащи. Бери вот эти все книжные полки, все, что здесь есть. Забирай домой и куда-то. Оставьте мои вещи в покое! Да, не переживайте, мы хорошо с ними справимся. Так, Шурик, давай. Куда? Вот это на окно вот так запиндюлить, дизайнерское вот так решение. Короче, Шурик, давай расставляй вот это все. Стулья можно на второй этаж. Расставляй, Шурик. Так, на втором этаже стулья я поставлю куда-то вот сюда. Стулья. Это что за яйцо такое? Я видел много куриных яиц, но такого огромного нет. А может это перепелиное? Хотя перепелиное, оно же маленькое. Страусиное? И чё? Я подошел, оно вылупилось, курица вылетела. Это ты пекнул на него? Я клянусь своей волшебной палочкой, вот этой дубовой, то, что я на него даже не смотрел, курица, вот это врешь, тыкнул, курица взяла, вылупилась крыльями, да, тыкнул, случайно, надо его найти,
Шурик, надо его найти, чё ты там стоишь? Чё за яйцо-то такое? Динозавричево или что? Шурик, ищи яйцо! А подожди, а где нам его искать? Чё, оно само испарилось куда-то или телепортировалось? Какое яйцо? Ну, оно курица, я говорю, курица вылетела, вылупилась. Шурик, сзади дома, побеги вот там, посмотри, может яйцо куда-то туда убежало. Да нет здесь никакого яйца. Все, просрала ты свое яйцо. Ну, точнее, я просрал его. Это Шурик! Все, Шурик виноват. Да чё ты, я не за... Вот оно! Вот! Забирай! Да собака ты сутулая. Короче, как я выяснил, для себя урок на него тыкать нельзя, да? Так, подождите со своими вот этими яйцами, потом разберемся с этими яйцами вашими. Так, давайте вечера вот сюда, а то бедная не может их затащить, хрупенькая девочка. Вот! Шурик! Расставляй вещи! Да не ломай, расставляй! Не приближайся никогда к этому яйцу! Ой, да больно надо. Вот. Ой, палочку уберите, я не буду, пожалуйста. Какое-то заклинание. У меня вот это... Феечка Винкс и вот это вот. Мне надо реванш у слайма взять, но я вряд ли вот с этим справлюсь. Ладно, хорошо. Даю тебе поручение. Справишься, отдам тебе свою старую палочку. Вот... Она тебе точно поможет, не то что твоя. Да, моя не очень. Так, ну давайте задание какое-то. Принеси мне сердце утопленника с проклятых болот. Мне для зелья нужно. И тогда заберешь свою награду. Сердце утопленника с проклятых болот? Шурик, ты знаешь, где сердце утопленника на проклятых болотах? Да! Шурик знает... Ну, если это цена новой палочки, которая мне поможет, ладно, хорошо, по рукам, договорились. Земля вам, пуховик. Да, ну, обезнадеживает. Пошли, Шурик, ладно, если мы вернемся, надеюсь, тогда палочка будет моя. Ну, веди, Шурик! Да чё ты дакаешь-то столько? Ты 3 раза подряд дакнул! Да, я ее увидел и сразу до речи потерял. Ну вот, как бы, да, как бы, вот, да. Ну в тюре, он даже при ней разговаривать не может, ты Шурик. Ну давай веди меня на эти проклятые болота. Я надеюсь, что вот с этим вот заклинанием я хотя бы смогу убить парочку утопленников. Сердце утопленника. 3-я серия магии. Мы уже кому-то сердца выдираем. Ну, надеюсь, у нас сегодня это получится. Куда? Налево, направо. Опять ты? Ты до сих пор со своим сеном не разобрался. 3-ю серию подряд колдует. Ладно, пошли, сейчас убьет нас еще этим сеном. Пошли. Ты не ломай стены! Сено только трогай. Пошли, Шурик. Сюда. Готовь свои лучшие заклинания. Иначе мы не вернемся домой. Ну, мои лучшие заклинания это Феечка Винкс и вот это Дебикулус и Идиотикус. Вряд ли это можно назвать лучшими заклинаниями, но других у меня как бы нет. Чему ты меня учишь, Шурик? Кто я использую? Давай, веди меня. Проклятые болота. Не спеши. Да я не спешу, Шурик, давай, веди меня. Они рядом. Пошел. Нам всего лишь одно сердечко нужно. Будет одно сердце. Что это за цветок-то такой светящийся? Будет одно сердце. О-о-о, мы уже можем возвращаться. Так вот они там, Шурик! Вот, 1, 2, 3 утопленника. Что это за место? А, ну проклятые болота, тёлка же сказала. Ну, девушка. Ты отвлекай, я возьму их на себя. Ну, ладно. Шурик, ты готов? Готов? Давай. Вместе! Мы сильны! Вместе! Мы сила Винкс! Шурик, ну я как мог, так и отвлек! Давай ты атакуй, ядренько лодить! Ня! Ня! Слушай, вот это заклинание их отбрасывает на 3 метра! Давай, Шурик, у меня сейчас палочка сломается к чертовой бабушке! Давай! Шурик, добивай, у меня уже палочка почти сломалась! Давай! Одного убил, давай! Опа, второго! Давай, добивай!
Вот, валяются. Раз, два, три. Так, ты хватай вот это слева, я хватаю вот эти. И у нас с тобой два сердца утопленника. И у тебя еще одно. Три сердца. Это Чиксата всего лишь одно просила. А что это за место-то такое? Мне кажется, это раньше были какие-то пираты или торговцы. И здесь, наверное, их корабль разбился. Здесь они утонули и превратились в утопленников. Так, здесь у нас ничего нет. Морковка, яблочко есть. Здесь он... Две серебряные монеты, Шурик! Так, здесь еще три серебряные монеты. Так, гнилая плоть, гнилая плоть. Здесь больше ничего. Здесь еще три морковки. Ха-ха-ха! Я еще только что 5 серебряных монет-то нашел. Да, надо почаще на такие проклятые болота. Модный, просто слов нет. Теперь мы модные. Да. Прям защита от всех злых духов нафиг. Ладно, палочка у меня... уже практически сломалась, я вряд ли смогу с этим слаймом сразиться. Шурик! А вот походу их главарь какой-то утопленник вылез! Сгинь! Ой, Шурик, я тебя случайно стукнул. Иди сюда, дай, быстро, быстро, быстро! Все, у меня палочка сломалась, я даже палочкой драться-то уже не могу. Если эта Чикса меня обманет, если она мне не отдаст свою палочку, это будет очень плохо. Да ты заколебал, честное слово. Шурик, обходи его стороной. Если увидишь утопленника с огромными вот этими вилами, его лучше заколдуй, а не вот это сено. Шурик! Куда он дел... Ты уже там? А вот и этот утопленник. С него, наверное, что-то ценное прям должно выпасть. Вот эти огромные вилы, но с ним мы сразимся чуть позже. Так. Ты... Тебя кокнули? Вставай давай, пошли. Я сейчас легкие выплюну. Ну да, неплохую мы такую пробежечку с тобой устроили. Открывайте! Мы сердце на блюдечке принесли. О, здравствуйте, здравствуйте, Шурик, давай заходи, заходи, заходи. Мы справились! Дайте холодильник, чтобы сердца вот эти поскладывать. Мне кажется, они сейчас протухнут. Так, держите. Раз, два и три. Вы одно просили, мы три принесли. У меня из этих утопленников палочка вся сломалась. Вы превзошли мои ожидания. Ну, главное, чтобы вы сейчас наши превзошли. Держи, ты заслужил. Шурик, у меня сейчас такая же палочка, как у тебя, покажи, покажи! Точно такая же, мы с тобой братья по палочкам. А это в качестве презента, за три сердца. Файрбо... огненная граната. Вот это мне очень даже поможет в сражении вот с этим вот... слаймом. Все, спасибо огромное за помощь. Мы пошли, надеюсь, то, что у нас получится. Вот, если что, давайте нам еще задание, мы к вам будем заходить. Все, спасибо, пошли, Шурик. Так, в предыдущей серии я профукал 2 серебряные монеты. Сейчас у меня есть 5 серебряных монет. Пошли, пошли. Я сейчас поставлю все свои монеты. Эпа. Так. О! Слайм! Жопу поднял и сюда подошел. Ты думал, то, что никто не узнает, что ты меня обманул в предыдущей серии? Все видели то, что у нас с тобой тотем сработал в одну секунду. Ты не выиграл, у нас ничья была. Если ты настоящий мужик, если ты хотя бы можешь себя немного называть магом, я тебе предлагаю устроить реванш. Но сейчас немного дороже. 5 серебряных монет. Барон, держите. Правила знают все. Победитель забирает все. Давай, да. Здорово, кузнец! Я по тебе соскучился с предыдущей серии. Привет! Здорово, здорово. Так, вот, берем. Угу. Опа. Сейчас мы и выясним, кто чемпион арены. Я ставлю на слизня все деньги! Ну да, побоялся бы ты, конечно, прострешься сейчас все свои деньги. Кузнец, давай, ты мой любимчик! Давай кричи, когда закричишь, тогда бой и начинается. Итак, раз, два, ва! Ну если ва, то давай погнали! В этот раз ты у меня не выиграешь! Держи гранату! Да, промахнулся, конечно, немножко, ну ладно. Так, ну ты смотри, слайм-то на самом деле рубашит, рубашит. Я не скажу то, что он как бы очень слабый маг,
Но слабее, чем я, 100%. Держи, держи. Опа, Шурик, давай, толкай его там со спины. А давай, слайм, если выиграешь, я плачу за всех в баре. Ой, ты... И чё? У меня еще 4 сердечка осталось. Во! Не может быть! Да-да, хватит орать уже. Просрал ты все свои деньги, кузнец. деньги на бочку, моя честная, первая законная победа! 10 серебряных монет. И 5 поводков. Чё у меня 5 поводков? Забери поводки эти. Где я их подхватил-то? Молодец, спасибо, спасибо. 10 серебряных монет! Это месяц можно жить на вот эти бабки. Чё, все вот это уяснили? И ты, кузнец, тоже уяснил? Вот на кого тебе надо было бабки ставить? На меня. Да отстань ты! Я все деньги проиграл! Меньше кричать будешь уже... Наконец-то в этой жизни. Все. На бутылку заслужил. Я тебя люблю просто. Ты мой кумир. Шурик, это первая моя магическая, настоящая, честная победа с новой магической палочкой. Жизнь налаживается, по крайней мере. Ну чё, Шурик, отпразднуем или как? Не, я устал сильно. Пойду прилягу. Давай, Шурик, давай. А я здесь постою, полюбуюсь на луну, на небо. Шурик! Мне кажется, или звуки исходят оттуда. А Шурик говорил, к этому лесу лучше не приближаться. А то там оборотни водятся. И кто-то еще может быть. Шурик! Шурочка! Ты говорил, там оборотни водятся в этом лесу, а тут какой-то... Да, Йети переросты, что меня идет. Шурик!